показываю, какие есть цвета. Значит, есть вот такие совы потрясающие, вот такие мишки, вот такие мишки. Дальше это у нас Микки Маусы вот такие. Дальше мишки вот такие на оранжевом, зебры на розовом. Дальше такие как города. Тут у нас сова в очках вот такая. Вот такие прикольные, веселые зебры. Не зебры, а овцы. Вот такие коалы. Дальше. Вот такие клевые коты. Косточками. Вот такие совы. Все, помогай мне, вытаскивай. Только себе не вытаскивай. Так, это у нас единороги. Нет, это вот вытаскивай. Это у нас котики, вот такие муркотики. Это радуга. Это у нас вот такое единорожка с мороженым. Дальше. Ну, а там еще одни там. Вот такие совы в очках. Это уже были, да? Вот такие мишки с бантиками. Очень красивые. Динозавры. Ну, давай. Так, вот это у нас совы. Такие совы прикольные очень. Разные. Единорожки. Совы. Цветочки. Вот тут пандочки есть. Вот видишь. Ой, вот это красивое, достань. Убери руку. Такие мишки смешные. Зайчики. Вот такие вот зайчики. Красивые. Мишки. Мишки. Это однотонные? Нет. Ага. Это лебеди. Так, вот это, вот это. А ну, достань просто. Да ладно, не надо. Она сильно упакована. Вот это лоб на голубом. Газетка. Кассета. Очень много таких расцветок красивых. Ну, есть еще смотреть, вот такие вот расцветочки. Ну, давайте по верхнему ряду пойдем. Оп. Очень вот эти вот зигзаги модные. Ну, чтобы вот сюда подходил. Поняли? Сюда еще компания. Вот такие сердечки всякие, доллары. Вот такой есть хороший, звездочка. Всякие звездочки. Вот такие очень модные, интересные. Очень много звездочек. Разных самых. Все, вам считаем или еще что-то? И вот тут очень интересное есть. Мне очень запал вот такие вот. Никита, а ну подержи. Планеты. Очень интересная ткань. Планеты. Можно покрывало. Раскрой шире. Нет, вот так вот раскрой. Вот земля. Посмотрите, какая красивая, яркая ткань. Дальше сложи ее аккуратно. Вот тут у нас машинки. Тачки. Вот такие тачки на прокачку. Ага. Дальше. Тут очень прикольный есть футбол. Есть прикольный кот. С одной стороны кот, а снизу, а с другой стороны там он бежевый получается. Вон там доллары популярные, которые. И тут очень красивые. Вот такие вот пони на голубом. Очень нежно смотрятся. Вот такие вот модные куколки. Женщины интересные. Дальше. Вот такие вот. Красиво. Вообще детских огромное количество. Вот такая вот машинки. Это машинки с Лондоном. Такое серые коты. Зайчики. Дальше. Динозавры. Еще одни динозавры. Ой, какие овечки прикольные. Пони с мороженым, с радугой. Так, это у нас единорожки. Единорожки, это у нас коты. Ага.
Это у нас мишки очень классные на сером фоне. А это у нас принцессы. Принцесса. Это у нас вот такие вот куколки внизу, а тут бриллианты и короны. Вот, всякими надписями смешными. Ну, классная ткань, видно, что она интересная. Вот, внизу там идут такие принцессы, а вверху там всякие орнаменты. Вот тут у нас такие большие тачки. Очень большой крупный принт. Машина будет на всю, на весь пододеяльник. Овечки. Вот такие милые собачки, вообще класс. Разные породы. Дальше, это у нас игрушка. Это... Компьютерная игра. Это у нас эти фиксики. Тут даже надпись есть фиксики. Дальше, ой, какие милые. Я такие видела на сером фоне. А есть вот такие на розовом. Просто такие няшки. Посмотрите, какие красивые. Очень красивые совы. Яркие такие, пестрые. Супер. Дальше. Это эти, как они называются? Вы поняли. Миньоны. Да, миньоны. Так, дальше это у нас планеты. Тут у нас идут совы. Сов вообще разновидности нереально. Еще одни совы на таком бледно-желтом. Пони вы уже видели. Вот эти мишки как на розовом, такие же вот на сером для мальчиков. Сбой. Соответственно. И вот, глянь, какая красота. Давай, передвигай сюда. Вообще очень много тканей. Очень много. Я бы даже сказала, очень много. Еще есть вот такой вариант постельного с бабочками. Потом есть вот такой вариант с морскими звездами. Вот тачки на прокачку, как выглядят. Для детей вот такие вот. Вообще много всего. Очень много. Такие. Класс. Очень классно. Вон эти морские звезды вдалеке. Вот они реально как ткань выглядят. А вот как комплект уже выглядит с морскими звездами. Вот принты большие такие есть. Посмотрите. Мультяшные герои на весь этот. Класс просто. Да, сынок? Да, очень много всего.